Добрый день, дорогие друзья, с вами Лестер. Мы продолжаем проходить метро Last Light. Как вы помните, мы успешно добрались до церкви, завалили просто к херам эту зеленозалупу, я не знаю, креветку. И сейчас мы, я так понимаю, будем разговаривать с девушкой, потому что вот я вижу ее очертания, она к нам подходит. Давайте посмотрим. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Ну, двинем. Чувиха, слушайте, у нее прям аж две винтовки так висит сзади. Клево. Мне нравится. Так, давайте аккуратненько посмотрим, что... Нет, давай, зажги, Артемка. Зажги, Артемка, в этой сельской дыре. Так, собираем патрончики, потому что, ну, как вы помните, расстреливать мне тут нечего больше, потому что я все потратил на эту креветку. Почему-то, кстати, показывает 50 FPS, но все равно есть такие небольшие тормоза. И подождите, я буду вот так вот ходить, у всех тут все оббирать. Денежки их не со стола собирать тут. Тут, кстати, торговец-оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Да пошел ты нахер, чувак, я тебя покупать ничего не буду. Я не пользуюсь магазинами, оружиями здесь. Дороги скоро должны быть. Отлично. Что ж, неплохо. Значит, потихонечку продвигаемся с этой чувихой. Сейчас, возможно, что-то будет. Какой-то... Ты в катакомбах бывал? Действие. Как там? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! А может, это не наши? На всякий случай. Пароль. Застава! Старый пароль! Чёрт. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить. Окей. Стоп! Да это Лесницкий. Нихера, Лесницкий! Вот это лесок прилетел. Понятно. Вот вам и застава. Устроили нам тут заставу, суки. Так, я надеюсь, кто-то живой тут будет еще. Так, ты тёлку давай не трогай, сука. Сюрприз. Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Эту с собой. Все, живо, уходим. Так, ребятки, сейчас начинается конкретная мокрушка. Я так понимаю, будем отбивать Анку у этих мудаков. Я все-таки чей? Василий Иванович или не Василий Иванович? Анку вызволять тут. Сейчас, ребятки, погодите. Игру опять сверну-разверну, чтобы FPS... Проседание прекратилось, и потом увидимся. Так, вроде все ништяк. И продвигаемся вперед. Че у чувака патронов-то нет, сука, не бережет он себя. Как бы ходит без патронов, и мне главное не осталось. Лучше бы сдох бы спокойненько, и все. С патрончиками-то всяко получше было бы мне. Ему-то, конечно, херово было бы. Так, подождите, надо понять, где я нахожусь. И можно ли отсюда что-нибудь пиздануть. Так, ладно, в катакомбы, так в катакомбы. Патронов у нас только от дробовика, ну и здесь тоже немножечко есть. Давайте тогда берем автоматик и вперед пиздошить всех подряд. Потому что лучше сначала взять автомат, так как, я думаю, вы сами понимаете, людей стрелять из автомата, я уже много раз говорил, гораздо прибыльнее и выгоднее. Это монстров из дробовика надо ложить, чтобы прям в упор им распиздошить их только так и не париться. То есть такую бронебойную силу им выставить монстрам. А этим-то нехер. Людишкам по одному патрону будут получать от меня кто-то такой Спарта. Нет, ставить мы приемничек не будем, потому что все-таки привлечем врагов, надо тоже себе отчет в этом отдавать. Так, тут у нас что? Ну, хоть так, еще патрончиков достали из оружия. Но это на всякий случай, если бы у нас вдруг с собой не было бы. Так, и патронов в этой нету, сука. Обидно, слушайте, ну нет, как-то тоже эти люди тоже, я так понимаю, ходят. А трупы-то оставляют за собой, но они все подчищают. Тоже патрончики у них вынимают. Вот скоты, сука. А нет.
Слава богу. Парняги еще здесь есть. Ну, пока, знаете, пока ходил, сейчас еще поднакопил на бой. На какой бой? Так, подождите. Подсасываем. Подсасывать в игре в этой надо постоянно. Так. И что, я так понимаю, скоро мы уже кого-нибудь встретим. Что такое? Так, ребятки, потухло все. Так, тогда надо будет зажигалочкой ходить. Куда нам? Вот прямо двигать. Я надеюсь, то, что ничего я здесь во тьме не пропущу. Никаких патрончиков. Слушайте, ну прям просто жесть. Хорошо еще... Окей. Хорошо еще я догадался зажигалочку достать. Так, двигаемся в правильном направлении. Так, да, поджигаем все факелы, которые тут есть и нету. Да, надо поджигать даже те факелы, которых нет, ребятки. Запомните, это я говорю. Так, продвигаемся вперед. Окей. Кого-то я там слышу, но... Ребятки, я не думаю, что сейчас будут какие-то монстры, потому что все-таки передо мной тоже люди... Передо мной тоже люди шли. Ох ты. Ну все, пиздец им. Потому что все-таки передо мной тоже шли люди, и... Как бы... Они наверняка всех монстров, которые были, они поубивали благополучно, поэтому можно-то особо не париться. Я надеюсь, они с Анькой-то ничего сделать не успеют, и мы ее найдем хотя бы еще с влагалищем и ебабельной. Да. Главное Аньку ебабельной найти. А остальное все похеру, потому что тут как бы сюжет потихонечку развивается. Черного сейчас найдем тоже наверняка попозже, которого они загробастали. Ах ты ж там труп был! Нет, Артемка, стой! Там труп, надо его обыскать. Как же я его... Как же я его не заметил? У него и шашка там лежит. Ну, сплоховал, сплоховал, ребятки. Можно было обыскать трупик, но не обратил я на него внимания. Больно как-то увлекся мыслями о баньке. Вот. Но, обратите внимание, когда смотрю вниз, начинает проседать FPS. Когда поднимаю камеру, все нормально. Так, ты, сука, давай даже... Вы даже не... Ты даже не думай на меня нападать, петух. Неплохо. Так, кто еще тут? Я зря, конечно, в него пострелял. Лучше его вот так вот снимать. Сука. Быстрее спускайся, Артем. Чё же они не прыгали-то на мудаков, которые ехали до меня здесь? Так, давай, ты еще меня тут хватать. Сука, хватают еще меня. Я надеюсь, я всех тут порубил. А? Сука. Не сметь. Так, вы задолбали раскачивать. Вы чё? Ежму. Нет, 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 не заберешь с собой. Сука, верный нож мой. Мне в помощь. Потрясающе просто. Я так понимаю, разборки с монстрами на этом и закончатся. Чё же они... Так, и фонарик заработал. Чё же эти монстры-то на... не нападали-то раньше на вот этих чуваков, которые передо мной-то прошли? Как все подстроено-то? Интересно. Так, продвигаемся вперед. Я чувствую, да, все, еще там одна монстрила ползет. Так, аккуратненько. Сука. Ох ты как, успел. А вот и не успел. Ладно, ребятки. Дубль 2. Сейчас я уже буду действовать немножечко по-другому. А по-другому в том плане, то, что я сейчас, сука, шашку кину в ебальник. Гандоны. Монстры думали... Думают меня обхитрить. Сейчас прям. Подождите, сейчас... Что ты мне пикнул тут? А хер, короче, подождите. Тут надо тогда немножечко по-другому действовать. Тут шашки у меня нету. Шашки-то кончились. Вот тубу подобрать бы сейчас. С трупа. Ой, как хорошо было бы. Так, подождите, вот сейчас вот так делаем. Ставим. Оба! Ну-ка, бегит на меня. Оп. А, вот это сейчас вот так просто зарубим. Ежмем. Хорошо. Великолепно. И. Очень.
очень хорошо. Да пошел ты нахер, сука. Очень хорошо, что вот того чувака мы вот этого завалили, скажем так, кат-сценой, да, когда они на меня накинулись. Это очень здорово, потому что я не потратил лишних патронов, и мне в итоге хватило их. Вот. Давай еще патрон для дробовика, хорошо. Мне в итоге тогда хватило патрона, чтобы завалить последнего самого. Иначе бы пришлось бы очень несладко. Перезаряжаемся, еще патрончики здесь достаем эти. Неплохо. Больше тут ловить мне нечего. Только если вот у этого чувака что есть. Молодец, шашечка, сука, я тебя прям расцеловал бы, если бы ты мертвым не был. Потому что подарить мне шашку, это очень хорошо в моем положении. Она может сыграть очень важную роль в том плане, то, что ну, просто я кину кому-нибудь в харю монстру ее, и они окочурятся. Так что это кто-то еще хочет на меня напасть. Монстры хотят со мной что-то плохое сделать. Это, конечно, мысль мне неприятна, но что поделаешь. Главное еще экономить патроны. Ну и прошел чекпоинт, слава богу. Так. Ну, куда они все? Куда же вы? Постойте. Что происходит? Ну, знаете, я не буду их останавливать. Хотят бежать, пускай бегут. Или они заскриптованы так, до бесконечности будут бежать. А нам куда надо? Нам надо как раз туда, куда они бежали. Потрясающе просто. Значит, сейчас я по собственному желанию пойду на собственную смерть. Грубо говоря, потому что... Ой, потому что патронов-то нету, и что еще делать? Но здесь, так я понимаю, будет какой-нибудь тупик, и не могу же я... Так, подождите, сука, опять что-то... Опять фонарик начинает в этом месте барахлить. Но я надеюсь, никаких мы врагов тут не встретим. Аккуратненько... Так... Никаких врагов мы тут не встретим. Но встретили трупы, которые можно обобрать. Потрясающе. Я очень доволен. Так, Артемка, проходим. А, я так понимаю, то есть сюда тоже можно идти. У трупа аптечку подобрали. Это просто сказочная находка в моем случае. Так, я ухожу отсюда. Нет. Надо возвращаться вот сюда. Слушайте, какие-то свечки. Ну, это какие-то церковные катакомбы. Все понятно, тут... Секта раньше какая-то была, вот в честь вот этого дядьки. Перезарядим оружие, достанем дробовик, зажигалочку рядом с ней. И продвигаемся вперед. Фонарик пока работать не хочет ни в какую. Поэтому хер ли тут попишешь. Че ты там пишешь еще? Как любил говорить один человечек. Так, еще, ну это патрон для револьвера, нет, они не нужны. Скажем так, мне то, что дробовик гораздо продуктивнее. И автомат. О, все. Галюны прошли, достаем. Вернее, убираем зажигалочку, достаем чеплашку, куда нам... Смотрим, куда нам надо идти, а нам надо идти вот прямо на задницу вот этой... Суки, гори! Ах ты же, я мимо бросил, обидно. Но, хоть так. И шашку, вот, сука, зря я шашку потратил. Но... Блин, я хотел кинуть максимально точно, но слава богу, хоть патроны для дробовика нашли. Ну теперь не переигрывать же. Мне показалось, кто-то там на меня выбегал. Не переигрывать же все-таки из-за этого. Ой-ой-ой! Ты че? Охерело совсем, я даже трупа обобрать не успел. Ты, сука, своровали, ну, блин. Тварюга, там, по-моему, из трупа нож торчал, ну... Если все-таки она украла его, значит, так и должно быть. Все равно бы я ничего с этого трупа не собрал, значит. Скрипты работают, как говорится. Иногда, кстати, даже не работают, когда... Ух ты. Когда должны работать. Я... А, все. Сука, я понял. Босс. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, 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 чуваки, стойте. Тут сейчас будет... Босс. Вашу мать. Да как тут... Тут, ребятки, ну это просто беспредел. Налетели, я здесь ничего даже делать не смог, не сориентировался. Какого хера? Так, подождите, сейчас. Дубль 2, вашу мать. Так, подсасываем. Знаю, вот тут теперь сейчас будет босс, когда... В общем, короче, надо бегать от него, пока он сносит вот эти колонны.
Так, все, что можно, собрал. В сторону. Уходим. Так, иди ты нахер. Так, и ты иди нахер. Сука, ешь, жмем, долбим. Артем, сейчас, короче, я так понимаю, надо пережить волну вот из, этих петухов. Артемка, ставься. Твою мать. Ну, ребятки, это какой-то просто пиздец, беспредел. То есть, ну, накидываются все в куче, ничего сделать нельзя. Прям как-то, я не знаю, как загнанный в угол, действительно, какой-то, как скотина какая-то последняя. Так, все, что можно, собрали, убегаем. В сторону, сейчас надо долбить вот этих пидоров. Где вы? Пошел ты нахуй! Петух! Блять, еще откуда? Сколько много патронов-то выпустил впустую, и все, сдохли. Опять с двух сторон налетели и отпетушили. Как... Некрасиво, а один на один-то слабо выходить. Ну и это ведь еще с учетом того, что сейчас будет босс, и я... Патроны на него... Патроны на босса, которые я должен тратить, я их активно просираю на этих пидоров. Где вы? Сука, давай. Вот туда. Как черти какие-то прям наскочили, сука. Ну все, ребятки, ладно, давайте прервемся. Я сейчас этих петушар отпетушу, потому что все-таки гораздо проще спокойно, молча пройти, чем сейчас что-то еще говорить, комментировать, еще одновременно играть. Понятное дело, получается немного похуже. Поэтому сейчас, погодите, ребятки, я этих пидоров замочу и вернемся. А, ребятки, забавно, я тактику избрал. Я залез в какую-то парашу и просто по одному отстреливаю этих мудаков. И все, кто там, где еще? Смотрите, я всех их положил, потому что они, как придурки, выпрыгивали по одному, не в куче. Вот здесь я отсиделся и завалил я их всех. Все, у меня еще один патрон здесь остался в дробовике, я вижу его. Так. И сейчас, по-моему, будет босс. Самый главный босс, пиздос. Или нет, еще не будет. А нет, походу нет. Что такое? Что происходит-то, ребятки? Типа я недостаточно хорош, чтобы пройти в эту дверь? А, надо вот так вот вести еще. Ну я и так кручу, сколько можно же. Ой! Да как же так, я не хотел выстрелить. Но придурок. Так, подождите. Поворачиваем дверь, там крутится. Я вижу, она открывается. Смотрите, медленно, медленно. Я вот сейчас немножечко вижу в сторону. Пробежали. Все, великолепно. Босса пока никакого не было, но я все его жду, сука. Меня предупреждали о нем. Я с нетерпением жду с ним встретиться. И, кстати, слава богу, то, что... Хоть с нетерпением, не с нетерпением, но... Слава богу, то, что босс встречается не сейчас, когда у меня фактически не осталось патронов. И очень трудняво будет выживать. Так, ну и что тут? А, все понятно. Надо дернуть. Давай, Артемка. Поехали. Вот это вот, я понимаю, устройство. Никакая Лара Крофт не нужна. Да, прям с грузиками, со всеми делами. Эх, какие у нас технологии-то в 21 веке. Так, тут даже трупачки какие-то лежат. И обидно, что у меня патроны остались только в автомате. И хер с ним. Так, отлично. Меня заметили. Сейчас полетят новые чувачки на меня. Вот уже один кидается. Сука, наешься свинца. Неплохо. Что это такое? Ой-ой-ой-ой. Что это за говно? Ребятки, мне это ни в какую не нравится. Да что ж меня тут так пидорят-то? Нихера, вот не умею я воевать с монстрами здесь. Просто вообще не могу. Вот с людьми воевать здесь получается очень легко. Тем более как, ну, понятное дело, человек там, противник-то не очень, по сути-то. Пошел ты в пизду. Петухи! Петухи забежали! Петухи накинулись.
Так, пора... Я... Как хотите, но я, сука, сейчас по съебам отсюда побегу. Это просто невозможно. Надо, знаете, я... У меня сейчас такая тактика будет, я... Просто пробегу все к херам. Пошли вы нахер. Я как-то... Ой. А нет, не пробегу. Ни хера, не дождетесь. Так, сука, наверх. Артемка, ты... А, я вот так могу даже тут отсиживаться. Неплохо. Все, ребятки. Че там? Кто меня убить хотел? Патронов-то я раздобыл достаточно. Так. Сейчас их с дробовичка постреляем. Потом... Да-да-да, стойте, вот сначала вот этих уебак надо положить, которые... Которые дудеть будут сейчас. Так, вы чё накидаетесь-то? Накинулись, блядь! Уж какая! Попёрдывает она там! Так, неплохо. Все что ли? Или еще кого-то претензии ко мне какие-то есть? Ох ты ж! Откуда? Нихера вот это у нее прыжки. Так, говно, мертв. Дохни, блядь. Что ты какая смурная-то? Так, подожди, теперь, короче, ребятки, перезаряжаем золотые патроны. Время. Твое время пришло, золотой патрон. Потому что иначе меня здесь только так отпетушат, без золотых патронов в автомате. Потому что я лучше их сейчас тут потрачу и выживу, чем буду экономить на что-то там. Хотя на что я не понимаю, экономлю их. А, потому что как бы все равно их собирался расстреливать. Потом бы, под конец. Так, у меня же есть мысль выбрать револьвер. Вот этот, который лежит. Потому что у меня от револьвера полный патрон. Но, сука, вот... Нет, а, это не револьвер. Это просто ружьишко двухствольное. Которое, кстати, потом можно так прокачать. Потому что оно будет стрелять одновременно с четырех стволов. Я все-таки читаю подсказочки, которые там пишут мне до этого. Я человек... Позиционирую себя как грамотный человек. Возможно, в это трудно поверить, но это так. Что ж, ребятки. Я сейчас... Да, я спустился отсюда, значит, надо идти прямо туда. Так, можно было, кстати, еще вон туда забиться, там отсидеться. Достаем дробовичок, тем не менее. И кого-то я опять слышал там. Я надеюсь, что... Воевать мне сейчас будет немножечко попроще, потому что монстров станет поменьше. Или не станет. Подожди, там я слышу кто-то прям аж это. Я не знаю, возможно, запор пробивает себе и прям аж так это. Истошно вопят. Суки. Аккуратненько так. Огородами, огородами проходим. Стороной! Хотел пройти я. Так, откуда? Так, слушайте, какие-то супервоины, блядь. Да пошел ты нахер! Артемка, ставься. Фух. Вот вам. И постреляли. Сука. Так, у меня еще огненные шашки есть. Отлично, если что, прям сразу в харю. Прописываю имя и валю. Так, ладно, аккуратненько. Тут еще хоть бы что-нибудь было, потому что у меня осталось патронов, ну, 6 где-нибудь, наверное. 5 в автомате. Так, неплохо. Да, и один патрон золотой остался для меня. Как раз, если что-то пойдет не так, я смогу им воспользоваться и избавить себя от мучений. Так, ох ты, тут я смотрю. Только, пожалуйста, дайте мне... Позвольте мне собрать все это. Не атакуйте, пока я не соберу, ребятки, монстры. Ну, вы же тоже люди. Так, вроде тут больше ничего нету, что ли? А жаль. Хотелось бы еще патронов. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Так, в автомате тоже сколько-то есть. Так, что, мы продвигаемся на эту баррикаду или куда? Поясните мне. А, вот. Так, конструкция. Вот мне интересно, когда эти люди успели, другие, пройти везде. А? Скажите-ка мне. Пожалуйста, так, стойте, что тут полилось, сейчас потечет. Что происходит-то?
Петухан какой-то выскочил. Бешеный, ёбнутый какой-то. Да пошли вы нахер. Артёмка, колись. А что ты в пизду? И ты... Какой-то, блядь, бешеный, еще бегу сколько. И как мне с ним воевать, прикажете? Так, стойте. Пиздец, нет, стой. Ах, ты ж не успел заложить. Ладно, ребятки, сейчас как-то, я не знаю, я просто буду изъебываться, как только могу. Так, полилось. Знаете, вот забегаю-ка я. Куда вот, где тут моя тактика? Вот так вот. Че, сука, не видишь меня, да? Вот теперь видишь, да? Неплохо. Теперь смотрите, как делаем. Ставь, Артемка. Ага. Вот так, отходим. Че ты не взорвался-то? Вот сука. Это какой-то обидный бой. Так, подожди. Нет, сука, не кидайся. Ах ты ж, блядь. Нет, ребята, я не понимаю, почему не сработало вот это взрывное устройство? Это... Ну, твою мать, сука, это некрасиво. Так, опять забегаем в ту же спасительную для нас будочку. Ставим заряд. Закладывай быстрее, Артемка. Так, петух. Тебе раздали люлей. Кому еще? Так, достаем сначала огненные. Ага, здравствуй. Какие-то, блядь, ёбнутые реально мутанты. Бешеные, сука. Иди ты нахер. Все, патроны здесь кончились. Доставим автомат. Петух, умирай. Все, началось веселье. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Артемка, ставься, загнали в угол. Убегай, куда можешь. Какой он, блядь, ненасытный, неугомонный. Настя, сука. Нихуя. Что ж, ребятки, это уже, не знаете, это как-то арена для выживания. Но очень весело. Опять же, несмотря на то, что очень трудно, как-то богово, но очень весело. Так, подрываем, отходим. Беги на меня. Отлично, один петух умер. Второй петух сейчас помрет. Достаем ножички, будем их херачить с ножичков. Ты мне не страшен. Теперь. Кто еще? Ну, кто на меня? У меня даже патроны лишние остались. Еще я надеюсь, я их с ножичков реально порублю. И сейчас... Нет, ребятки, вот сейчас я сдохну. А потом уже сейчас всех порублю. Окей, все. Выдвигаемся вперед опять же на это место. Так, ставим заряд. Вот так, берем ножички, отходим куда подальше. Окей, один, даже два умерли, вот это просто шикарно. Еще одного положил с одного выстрела. Пока все складывается в мою пользу. Ну что? Вы где? По-моему, скрипты надо расшевелить немножко. Да, все, полезли. Так, одного замочили. Еще три патрона есть в дробовике. Так, я их сколько тут и так уже убил? Сука, ёбнутый, отойди от меня. Патроны кончились здесь. И... На тебе, петух ебучий. И... Тебе, сука, на! Да как так-то? Не успеваю я его ножичками закидывать, но все, теперь я уже научился, ребятки. Ой, нелегко дается, но вот в этом-то вся и фишка. Вот это вот и веселье. Хоть и нелегко, но интересно. Давай. Так, ты отъебись от меня сразу же. Как они... Какого хера они оббегают? Ебать. Ладно. Разбираемся дальше. Бежим, закладываем прямо вот тогда, вот так, в упор. Беги на меня. Потрясающе.
Этого замочили. Убили. Патрон все меньше и меньше. Но ничего не поделаешь. Там может... Может они вращаться, иначе сейчас что-то откроется. Или хер там. Давай, подходи. Так. Дальше выдвигаемся еще раз. Сука, что надо вообще делать-то нам тут? Двигаться там. Будем двигаться, сука. Все, просрал я нужный момент. Начали меня пидорить. Убегаем. Артемка, подсасывайся. Нет, хуй там. Так, ребятки, я всех, блядь, перебил. У меня нихуя нет патронов. Я знаю то, что там пришлось, короче, вырезать там много дублей, потому что просто невозможно. Это тянулось очень долго, очень нудно, очень трудно. И у меня сейчас 7 ножичков, шашечки, одна аптечка и один золотой патрон, который я сейчас заряжаю в магазин. И если что, мне пиздец. Вот такие вот мои оптимистичные настройки. Оптимистично, скажем так, я настроен на это дальнейшее продолжение игры. Но просто полная жесть была сейчас. Как я их валил, но действительно пришлось вырезать, потому что как бы очень много смертей, неудачных дублей, которые не красят все это прохождение, поэтому пришлось немножечко убрать. Что ж, с одним патроном, который наверняка, если бы можно, я бы выстрелил себе в голову. Но я надеюсь, сейчас найдем какой-нибудь, я не знаю, труп, у которого полная жопа патронов, из которого прям буквально сыпется, и он мне поможет. Но, тем не менее, мы все еще живы. Это метро 2300, метро Last Light. Мы все еще живы, мы продвигаемся вперед, как можем, без патронов, с патронами. Вон уже тут, я так понимаю, на чуваков нападают, слава богу, убивают их. Все, теперь прошел сейф, слава богу. Еще взяли патрончики. Как вот чуть мимо не прошел, сука. Как же все трудно тут собирать. Так, берем, заряжаем дробовик. Что, все? Один патрон? Ну ладно. Опа! Твою мать! Вы многосисное чудовище! Окей, ребятки. Иди ты нахер, сука. Ах ты ж твою мать. Артем, подержись. Вылезай. Ну это, я так понимаю, босс. Я так понимаю, да, сука, точно, это босс, от которого нет приема, скажем так, потому что надо, короче, проходить этого босса надо так, бегаете, пока он сбивает все колонны, он все колонны сбивает, и вы его потом только убиваете, но, сука, патронов-то нету, убивать нечего, ножичками бросать в него только если, так, вот еще колоночку одну, ты не сбил, петух ты, недодрочь, ай, вот еще колоночку, давай, беги на меня. Многосисная, сука. Сколько у тебя сосков-то? Так. Теперь давай вот эту. Молочинка. Что ж, вот теперь будем... За душ, милую, говорить. Где ты? Я тебя не видел. А, все. Короче, ребятки, она все сбила. Теперь пора ее убивать. Но из чего, скажем так, мне... Эй! А подраться? Ладно. Из чего мне ее убивать? Хер знает. Один патрон в дробовике. Вот так вот. Все повернулось для нас. Метро. Last Light. А, нет, все. А, ну все, короче, нормально. Теперь живем, гуляем. Так. Все, скорее бы пройти этот уровень. Я потому что уже, так скажем, поизносился эмоционально, потому что... Как вам сказать, очень тяжко мне дается это прохождение на данном этапе, потому что все-таки умираю много, патронов мало, пиздят только... Сука, здравствуй, мама, Новый год. Пиздят меня тут только так, без патронов. А уйди! Шабла какая-то, слушайте, как она прицепилась-то за мной. А, это какой-то просто уебака. Пошел ты нахер. Сука, где еще? А, вон она спрыгнула. Давай, руж! Ага. Теперь вот здесь. Давай, вот тут порушим.
Ага, теперь вот сюда беги. Слушайте, ну как-то... Я надеюсь, удастся ее легко победить. Потому что... Да ну нахер вас! Слава богу, я еще заметил то, что меня коцает обычный монстрик. И я его замочил. А, вон, здравствуй, ну, разбегайся, молочинка. Слушайте, я надеюсь, она сама коцает. Ну, у нее хелса в том плане-то убирается. Ну, многосисная сука. Я так понимаю, знаете, она слепая. Ну, не видит, да, куда бежит. И поэтому вот так вот ее агрим. И она влепетывается. Молочинка, давай. Сейчас евроремонт сделаешь мне тут. Слушай, чувиха, давай. Давай работать вместе, знаешь, в строительной бригаде. То есть я буду... Ух ты, нихуя! Прошила. Ты будешь строителем, а я в строительной бригаде прорабом. Я заказы буду находить. Будем вместе вот так вот работать, а? Целка, как тебе так? Разбегайся на меня, ну же. Хорош. Я так понимаю, все заставы надо вот эти порушить, от нее бегать. А потом только начать расстрелять, потому что мне так объясняли. То есть, говорят, пока ты в него не стреляй, он бессмертный. Ну, пока вот все заставы вот эти не разрушат. А потом же, когда разрушат, разгуляйся на широкую ногу и вали его. Но было бы с чего валить, я вам скажу. Давай, сучий потрох. Прям, слушайте, она какая-то реально ёбнутая. Я так понимаю, ведь эта девушка, учитывая, сколько у нее сисек. Многосисная, сука. Давай на меня. Оп, уворачиваемся. Артемка молодец. Где там еще застава? Вот эта вот верхняя. Она, наверное, одна из немногих. И вот еще колоночку не забудь срубить. Так, и вот это на всякий случай. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой, она меня цепанула. Скотина. Как-то она же реально прям больно. Жестко, стой. Там выход же был, или я тут пришел? Окей. Я так понимаю... А, нет, вот еще что-то держится. Где ты? Вон, давай. Берет разбег. Ой-ой-ой, меня тоже коцает. Но вроде неплохо, вроде как-то... Выживаем. Вот еще вот осталась одна. Ну, где-то там. Слушайте, она уже прям берет у меня прямой путь. Давай сюда. Порушим, хуёвим. Давай. Нет, что-то мне это не нравится. Она все больше и больше меня начинает задевать. И вот... А, ну я отсюда, так я понимаю, пришел. Смотрите, все разрушено. Кроме вот этой еще парашки. Давай, добей эту. Ты девочка умная, но... И все, я так понимаю, теперь можно спокойно убивать, потому что, ну, все разрушено. Ничего больше не осталось, никаких... Вот есть только вот это укрепление. Я хочу, чтобы прям просто... Ой-ой-ой. Просто наверняка все, чтобы уже было. Так, где-то там. Ну все, теперь эту чувиху можно валить. Берем огоньком, ее жарить будем. Давай, разбегайся. Не нравится? Когда... Все? Доигралась? Сука. Вот и все. Вот вам и босс. Вашу мать. Так. Что это за музычка такая заиграл? Ой-ой-ой. Я не хочу. Куда бежать? Подождите, ребятки. Надо срочно... Захлебываюсь. Так, подождите. Ну, я так понимаю, так и должно быть. То есть, да, все, сейчас пошла катсценочка, в ходе которой, я надеюсь, не умру. Артемка, давай борись. Я даже, может, на Е просто так понажимаю. Давай, давай, я долблю. Чувак, действительно, на Е жму. Просто на всякий случай даже. Мало ли, когда уже, чтобы если выскочит, типа, жмите Е, чтобы я начал сжать и сжать. Ну-ка. Ох ты, все, все. Артемка, успокойся. Ой-ой, приложил у нас как. Я так понимаю, на этом уровень закончился. Да, ребятки, уровень закончился, и на этом будем прощаться. Сквозь огонь. Все дороги ведут на Октябрьскую, там находится Черный. Теперь там Аня, в руках моих врагов, в руках предателя Лесницкого. Что ж, ну а что дальше ждет Артем, узнаем в следующий раз, ребятки. Поэтому до новых встреч. Пока, с вами был Лестер, это прохождение метро Last Light. Увидимся.